В своей двухкомнатной квартире жительница Фурманова Наталья больше не хозяйка. Здесь ей теперь принадлежит разве что кухня, и та не ее, а дочери. В 2014-м женщина оказалась в сложном финансовом положении. Решилась на кредит. У меня ребенок является инвалидом детства. Детский церебральный паралич. Мы возили его на лечение. Вот. Нужны были деньги. И на установку вот газового оборудования мне нужны были деньги. Так как я не могла нигде в кредитных организациях взять, потому что я по уходу за ребенком-инвалидом, мне бы не дали, я нигде не трудоустроена. Вот. Я обратилась, вот увидала в газете «Новая жизнь» объявление, что выдаются деньги под залог недвижимости. Местное агентство согласилось помочь Наталье. Тихомиров, Привезенцев и Охлопкова – три представителя этой фирмы, чьи фамилии так или иначе будут звучать в сюжете. Залогом стало две доли в квартире – Натальи и ее сына. Доля дочери не потребовалась. Составили договор и проехали в юстицию, как сказали женщине, зарегистрировать залог. Тихомиров, значит, подозвал нас поставить росписи. За оформление залога. Мы так и думали, что это оформление залога. Вот. Сейчас выйдите на улицу, я вам денежки выдам, он нам сказал. Вот. Мы поставили свои подписи. Мы не видали ничего на этом, на этой бумаге. Мы не видали даже, что продавцы там или кто-то чего-то. Мы не видели. Он делал быстро-быстро все в этой юстиции. Потом в машине тот же Тихомиров передал женщине ранее оговоренные 300 тысяч рублей. Условия следующие. 3 года каждый месяц Наталья отдает 15 тысяч рублей. Должница утверждает, что платила добросовестно, а вот расписки получала через раз. Представители агентства говорили, что все на доверии. Последний платеж Наталья принесла в конце прошлого года. А ей заявили, что за 3 года она только выплатила процент, по ее подсчетам 540 тысяч, а к долгу в 300 еще даже не приступала. Кроме того, в юстиции они с сыном подписали договор о продаже своих долей в квартире. Выяснилось, что уже 3 года ими владеет тот самый Тихомиров, который суетился с документами. С нас начали требовать еще 300 тысяч. Привезенцев и Охлопков стали требовать 300 тысяч. Сказали, если подам в суд, вот, после суда он мне не продаст доли за 300 тысяч. Это сказал мне Привезенцев. Вот. И сказал, что еще позовет Тихомирова, порешает, что со мной дальше делать. В январе этого года Наталья обратилась в суд о признании сделки недействительной. И внезапно для себя самой превратилась из истца в ответчика. Женщина пыталась доказать, что ее ввели в заблуждение. Квартиру она продавать не собиралась, но бумаги показались суду более убедительными. Судья просто, не знаю, судья все только с нами разговаривала. С ним вообще даже никаких не было у нее, никаких к нему... Ни вопросов, ничего. Спрашивали только нас. И нам не поверил этот суд. Нам не поверил ни свидетельским показаниям нашим, ни нам самим, ни мне, ни сыну, ни дочери. Нам никому не поверили. Семья Майоровых будет обращаться в областной суд. На время судебных разбирательств они в безопасности. Новый хозяин ничего не может сделать со своими долями в квартире. Хотя планы в его голове уже созрели. Предлагают купить Наталье доли за 600 тысяч рублей. Ну или подселить квартирантов, самых неблагополучных из возможных. Наша героиня уверена, среди пострадавших она не одна. Попав в финансовую паутину, люди просто боятся огласки и продолжают безропотно платить. Отметим, что с Ириной Охлопковой, которая сейчас является руководителем агентства, наш телеканал созванивался, и она обещала с нами встретиться. Но в день съемок, видимо, передумала. Телефон не отвечал, а дверь агентства была заперта. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Фурмановский район.